Всем привет! Дядь Юра дает прогноз на матч 7-го тура группового раунда отборочного цикла к чемпионату мира 2022 Латвия-Нидерланды. В 6-м туре Латвия сумела отбиться на нуле в Черногории, серьезно осложнив тем самым шансы Черногории побороться за 2-е место в группе. Нидерланды разнесли в пух и прах Турцию 6-1, взяв убедительный реванш за поражение в первом круге 2-4. Все было решено уже в первом тайме, который хозяева выиграли 3-0, а гости остались в меньшинстве. В очных матчах голландцы всегда обыгрывали Латвию в сухую. Матч первого круга закончился на 2-0. В этой группе Латвия ни на что не претендует, но играет очень классно, стреляя искрометными матчами, по примеру игры с Турцией на 3-3. Нидерланды наконец-то вышли на первое место после неудачного старта и теперь мчат на всех парах к первой строчке в таблице. Конечно же, терять очки в матчах с аутсайдерами голландцам никак нельзя. Латвия достаточно крепкий середняк, который звезд с неба не хватает, но обыграть просто так себя не даст. С учетом того, что у голландцев в предыдущих двух матчах позалетало все, что можно и что нельзя, тут можно ждать умеренной результативности. Латвия никогда не забивала в ворота оранжевых. Вроде бы как и пора бы уже, но не факт. Хотя Латвия не забивала в двух предыдущих матчах, тут бы уже можно запросто залететь и шальной гол. Поэтому здесь можно дать предпочтение условному счету на 1-3, чем на 0-2, тем более, что такой вариант имеет куда выше коэффициент. Из связки тотал больше 3,5, обе забьют «да», победа гостей. Самый высокий коэффициент стоит на обе забьют «да» 2,62, на тотал больше 3,5 – 1,97, на победу гостей – 1,1. В качестве оптимального варианта можно предложить плюсовую фору на хозяев 3 гола за 1,67. Ну, не должны бы здесь хозяева грузануться намного. Тем более, что голландцы выстрелялись в предыдущих двух матчах, наколотив аж 10 голов. Если говорить о реальной ставке с высоким коэффициентом, здесь, конечно же, пойдет гол Латвии за 2,56. В последнее время Латвия частенько выдает веселые матчи, в которых забивает сильным командам иногда не один мяч. Голландцам Латвия никогда еще не забивала. Пора бы уже. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.